Ну все. Пацаны вроде приехали. Грузимся и едем на базу. Что-то вообще погодка не очень, честно скажу. Завода. Грузимся и поехали. Что-то погода тут, конечно, в раз изменилась вообще. Как бы, в принципе, это прикольно. По-своему. Но не для гонок. Красава, Серега! Мочи мелкого! Когда еще в Сочах? Блядь, хорош! Пизда вам, парни, нахуй! Серег, Серег, ты же любишь кальян, давай, нахуй! Все, паркуемся. И у нас появилось немного свободного времени. У нас следующий пациент. Катюхин Скай. Редуктор порвали. Сейчас его к Лео, короче, отвезем туда, пацаны делать будут. А мы думаем, до Красной Поляны доехать. Какая-то прекрасная погода наступила. Самое то заниматься вот этим вот всем. Прям как на прошлых выходных на этапе. Да, да, да. На них 215 спереди стоят. А я как охуевший на 25-х, блядь. Интересно, это снег для нас специально пошел в Сочи? Чтобы мы себя как дома чувствовали? С Максом съезжу, поеду, короче, потом могу заехать в мастер, может, у них заварить его. Ну что, ты заварит, например, там же? Надо принять решение. Не, погодка классная. Не знаю, вы как хотите, но двоичка моего тут не хватает определенно. Мозги я обычно, Серега, дома оставляю. Как вам такое? Что это там, пальма, не знаю, в снегу. Мы опять у Лео. Сейчас выгружать будем. Там ничего не видно. Катюхинская, сейчас будем сюда выгружать и попрем дальше. Бля, ну здесь, конечно, прикольно. Может, конечно, кто здесь был, им не очень вкатит. Но мне очень нравится. Такая обстановочка здесь, все прикольно. Атмосфера такая классная. Ну, для сельского люда, вроде нас. Надеюсь, в следующий раз сюда приедем, с доской уже погоняем. Блин, какая крутая погода, да? Снежок дубасит и тепло. Пацаны кайфуют. Я бы, конечно, курил, тоже закурил бы, но я не курю, извините. Ну что, у нас день 3. Да, необычно, конечно, пальмы в снегу вот эти вот смотрятся. Очень антуражная обстановка. Погнали в столовку и на трассу. Сегодня вроде как погонять хотели. Доброе утро! Слегка припорошенный снегом закрытый парк. Утренний он, в ленту. Что запускаешь свою шарманку? Запускаешь, что ли, все? Просто так. Я думал, масло хочешь проверить? Ну, проверь. Да вообще не жрет, что, ни грамульки. Наверное. Ну, можно сказать, не жрет, значит. Погодка так себе. Но хотя бы снега с дождем нет, это уже хорошо. Но тучки не очень не нравятся. Ну и плюс сегодня вроде как по прогнозу самый холодный день. Что-то плюс 3 максимум, что ли, будет. Так, у нас задача на сегодня какая, Макс? Маслопомойку доделать и потренироваться. Пацаны там просто проверяют машину. Ваня снимает блок. Надо ножик. Так, мы вчера дроссель зашпаклевали, рисак зашпаклевали. Сейчас зашпаклюем еще маслопомойку, да? И вообще ништяк будет. Так,
Макс что-то смотрит, он сверлит, да? Угу. Так, а у нас, походу, дела тревожные новости, бля. Вот, сука, сказал, в турбины наливаю. Ёбаный в рот, кому пизды дать, нахуй? Нихуя себе, блядь, прибежали сюда. Блядь. Ебать, глухой телефон этот. Один сказал просто, она откручена, второй что-то там. В итоге фу, блядь, все нормально. Артём, турбина нормальная? Все нормально, Артём? Артём, скажи нам, турбина все в порядке? С турбиной все нормально? Все. А с редуктом? На самом деле у нас турбина всего лишь навсего. Вот эти болтики открутились. Я не говорил, что турбина легла, вы что-то... Я говорю, глухой телефон просто получился. Один одно сказал, другой неправильно понял, и все. И в итоге... Турбину приговорили, блядь. Во всю тренировочки он уже идут. Наши сейчас во второй группе поедут, попозже маленько. Так. Люпсач. Кочерышка, где твоя? В таких вот спартанских условиях приходится работать. Так, Вован, смотри, значит, как Макс уже сказал только что, разгазовываешь педаль газа, сцеплинируешь сцепление и включаешь передачу. Как тут прикол-то, блядь, про этот, Макс, про цилиндр сцепления? А, это что-то сам сцеплинирует, распредвал. Да, распредвал. Он уже подсох, он хорошо. Кстати, хоть походить можно по трассе, есть. Фига тут резина вкатанная. Даже в морозную вроде погоду, ну в холодный, вроде асфальт, а так-то ничего себе, тоже держак у него неплохой. Сейчас вот этот раз в обратную сторону, половина трассы. Так-то нихера тут протянуть надо. Нормально вообще. Может, мы зря пару-то покороче поставили, а? Вот смешно-то сейчас будет, конечно. Хера тут резины в асфальте, смотрите. И такое покрытие. Переменчивая, короче. Она может скатывать с этим. Охуеть, да. Так, никому резину не надо. Вот слайк, скорее всего. Тут у нас прям этот слой прям, блядь. Ну, покрытие, короче, так себе. Вот здесь вот скользко. А вот здесь вот, слушайте, как прям у вас в спортзале. Охренеть. Так, да я сейчас уберу. Разгоняйся, как зверюга, Вован. Как тигр, прям, как лев. Ну, давай без этой хуйни вот. Ладно, начнем по-тихому сначала. Надо сначала проверить вообще, что мы там насобирали. А потом как зверюга все-таки. Да, а потом надо будет побыстрее разогнаться. Как думаете, это... Да начнется действо! Вроде как. Открывает все-таки тренировку. Что-то мы стояли, долго ждали. Там что-то на трассе, короче, какая-то проблема была. Сейчас посмотрим, что мы там насобирали. Что за зверюга там в клетке бесится, а? Yeah.
ладно, для первого выезда неплохо. Посмотрим, как серый едет. Она стоит уперта, Дэн, смотри. Вот. Ну вот, выломала нахуй, значит, давай. Ну-ка назад выверните, давай покрасим еще, давай посмотрим. Это значит, вот здесь, крась вот здесь. Так, у нас, значит, тренировочки закончились. Что тут, ребята, делаете? Холодную часть снимаем. А, у нас тут, короче, маслица немножечко это капает. Надо подтянуть фитинг один. Но это как бы фигня. Вот у Вовы не фигня, нифига приключилась. У нас, короче... Блядь, не видно. Ну, короче, оторвало рейку у нас. Крепление вот, ох, лопнуло. Сейчас вот думаем, ищем варианты, где это все заварить. Саму рейку надо заварить и, ну, и поставить все на место. Там, вопросы есть. Ну, как говорится, догадайтесь, где мы. Ну, сейчас будем чинить рейку оторванную. Ну вот, хозяин всего чуда разъебал всю машину, и мы теперь чиним. Мы не можем без приключений. Ну просто никак. Как там жизнь без приключений была бы скучна и неинтересна. Так, обрисую, значит, ситуацию. Мы гоняли, все у нас было круто. Но закусило, короче говоря, колесо вот сюда вот. В то место, где мы смотрели, что задевает. И у нас сломало вот это крепление рейки. Сейчас мы, так как аргонщика нет. Вернее, аргончик есть, нечем варить, короче говоря. Мы сейчас изобретаем вот такую креплюху какую-нибудь колхозную, чтобы рейка нормально держалась. Ну, либо сходняк развести и все, ну. Так, рейку вроде присобачили. Колхозно, конечно, мега, но выбирать не приходится. Нормально будем дома делать. Сейчас проверим, что у нас там с его воротанским и все ли на месте стоит. Ну вот наше, значит, творчество. Вывод-то, блядь.
Так сильно не ругайтесь, варили из того, что было. Особо не до уебанных. А дома уже нормально переделаем. Ограничители сделали на рычаги, там всякую фигню. Надеюсь, поможет. Ну, ладно. Нормально. Туда вообще нахера направо. Много, не? Все много. 17 колеса для Жигуля много. Это кама пуля. По-любому всю камеру разъебало нахуй кусков свечи.